Знаете, чек был, мне не может что-то О, здесь ты посмотри, здесь... А мне написал, так и будет, как это решение. Сейчас, Са яуки, торту, вакин массаж, это алмува. Са, это вот такой какой-то символичный момент. Разрезание сердец, кардиохирургия. Всегда молчали, почему? В ожидании предвкушения столичных няшек. Вроде бы худеек. Не, я помню, каждый день вот такие чудесные парни. Да, когда ты здесь, когда же у меня спиваны кизички идеальные. А у меня вот прям... А у меня тоже так худеек. Очень красиво. Очень. Вот то, что тост хотели во время дождя. Поздравляю всех с этим женским прекрасным весенним праздником. Желаю вам здоровья, женского счастья, хорошего настроения, весеннего настроения. И еще хочу воспользоваться... И вообще всех женщин мира, пускай будет первым. Да, вот вы утром мне это сказали, я с вами знакомилась. Всех женщин мира. Да. Я еще хочу... Мы, когда входили в здание, мы поздравили наших прекрасных армянских женщин. Но я еще хочу пожелать русским женщинам. Я хочу отметить, что у нас вековая дружба с русским народом. У нас это как-то, я не знаю, переходит через каждое поколение в другое поколение. У нас большое уважение к русскому народу. И сейчас хочу воспользоваться от души поздравить русских женщин и пожелать им хорошего, прекрасного, праздничного настроения, здоровья, мира, благополучия в их семьях, самого-самого хорошего. И я считаю, что никто никогда не сможет спровоцировать армяно-русские отношения. Я хотела добавить, что Тикингаяна говорит «русские женщины», я полагаю, что она имела в виду многонациональную Россию, да, Российскую Федерацию, и поэтому мы все здесь сидящие присоединяемся к этим прекрасным поздравлениям. Мира всем вам, потому что мы уже видели войну и ценим каждое мгновение, подаренное нам Богом. Будьте счастливы, милые дамы. Пускай в ваших домах царит только покой, любовь, счастье, и чтобы никогда бы не было войны. Пусть будет мир за вас, милый. Дай Бог, дай Бог. Я тоже хочу поздравить живущих в России женщин и жен офицеров, чьи мужья выполняют свой гражданский, человеческий и национальный долг. Низкий им всем поклон миротворцам и всем, кто спас и остановил эту тяжелейшую и страшную, несправедливую войну. Всем им низкий поклон и благодарность. Также нашим медикам всем, кто спасали всех, всем, кто нам помогали, все, кто помогают в борьбе за добро. Я хочу пожелать всем добрым людям добра, а остальным остальное. Спасибо большое. Мы присоединяемся к этим хорошим словам. Очень правильно. Правильно. Ну и, наверное, получилось так, что нам всем выпало возможность сказать. Вы знаете, я человек, у которого один родитель русский, другой армянин. И когда я живу в Армении, я скучаю по России. Когда я приезжаю в Россию, я скучаю по Армении. И я не знаю, где вот мое истинное, где вот я себя лучше всего чувствую, потому что я не знаю, я кого могу лучше, больше любить, своего отца или свою мать. Поэтому я хочу выпить за вот этот прекрасный момент, который вот сегодня, да, вот мне выпало, вот я даже могу сказать счастье, вот говорить об этом, о русских и армянах одновременно. То есть мы сейчас находимся в месте, где когда-то напротив моей школы на ней было написано, что не надо армянам ходить в русскую школу. Причем было написано это очень остро, очень нехорошо. И слава Богу, что я надеюсь, что эти времена уйдут. Потому что только в этом случае такие люди, как я, которые есть, их называют обычно полукровками, да, они себя чувствуют наконец комфортно. Спасибо за эту возможность.
А я чистокровная русская, извиняюсь, что я не представилась. Я Пименова Мария Викторовна, мама Романова Ольга Карповна. Я чистокровная русская, родилась в Армении, гражданка Армении. Выбор мой остановился на гражданстве Армении. Я очень люблю обе свои родины, очень. И очень горжусь всеми победами и заслугами. И также тяжело душевно болею, когда у нас бывает несчастье. Спасибо России еще раз господину Путину и всей команде, которая остановила эту несправедливую, все войны несправедливые, но это была проданная война. К сожалению, спасибо, что остановили войну. Спасибо. Мы присоединяемся к твоим словам. Всем твоим словам, которые высказали. Так, ну раз.